Привет всем из солнечной Алании. Сегодня у нас пятница. И похоже опять 2 дня комендантского часа мы просидим дома, когда на улице реальное лето. Сейчас по ощущениям градусов 28-29, не меньше. Время 4:30. 16-й пляж и пляж отеля Кайла. На Кайле сегодня даже много людей, вчера почти никого не было. Но дело в том, что людей много даже вообще по всем пляжам, где просто кафешки, которые работают только на вынос, сейчас напоминаю. И чудо, люди собирают пирс отеля Азия. Обязательно помогайте вот таким вот бабушкам, которые вот сидят, продают вот такие вот вязаные штучки. Покупайте на память о Балане, потому что они стараются, делают. Но людям надо помочь, вообще сейчас сложное все финансовое положение, особенно у пожилых людей, конечно. Это Кайла и Азия. Окей, давайте пройдемся минуток 5-6. Собирают пирс Азия, это очень радует. И я думаю, что на субботу-воскресенье нельзя. В понедельник, я думаю, мы зайдем с вами на пирс отеля Азия и посмотрим. Наконец оттуда, с моря, люди купаются. Короче, есть вот купающиеся на пляже Кайлы. Даже дети маленькие, это туристы уже, именно туристы, а не местные. На Азии тоже много людей довольно, но, кстати, никто не купается. И пирс собирают, ура, ура. И спасибо им за пирс, они первые, кто пирс тут делает. И куча людей лежит сейчас, приближения у меня нету. Поверьте мне на слово, куча людей лежит сейчас в Азии вокруг бассейна. И знаете, вот реально иду, мне в спину прям так припекает, что я аж сразу становлюсь просто мокрый. Реально сегодня очень тепло. Я представляю, что было еще пару часов назад, наверное, было еще теплее. Еще такая классная погода, наконец. Так, и сейчас я не спеша иду в сторону Димча. Я хочу показать вам одну классную улицу возле отеля Green Life. Я думаю, вам понравится. Я просто в тот раз там был, когда гулял на Димчай, ходил, видео уже вышло, наверное. Либо выйдет скоро. Посмотрите. И когда я шел назад, у меня сел там аккумулятор. И там одно место мне ну так понравилось по улице, это где Green Life. Иду сейчас специально туда, чтобы его поснимать, это место. Итак, вода, люди, вода. Купается человек, там он один на пляже Азии. Кафешки Азии тоже полно людей. Вода 18,5 где-то. Ну где-то, может быть, где мелко, там ближе к 19. То сказать, что сильно сегодня вода потеплела, пока нет. Но если будет такая вот погодка стоять 2-3 дня, то вода в понедельник, я думаю, будет потеплее немножко уже. Может быть, 20 будет. Люди обгоревшие, капец, я смотрю, люди просто обгоревшие. Вчера много людей видел. Именно не загоревшие, а обгоревшие реально. Большой привет всем гражданам Российской Федерации, которых там запугали. Да, самое интересное, что я по новостям просматриваю. Получается, что в Турции как бы 30 тысяч человек, да, счастливчиков, которые успели. А что если здесь магнит где-то спрятать? Ладно, сейчас еще подумаю. А людей, которые должны были лететь, россиян из разных, ну, летят же там, вы знаете, многие, Стамбул пересадочная база, и там абсолютно и Мальдивы, и Шри-Ланки, и все что угодно, может быть, Дубай и Стамбул, это одни из самых крупных по авиасообщению пересадочных баз именно, то есть транзитники многие должны были лететь через Стамбул назад, возвращаться в Россию. Так вот, таких людей в 2,5 раза больше. То есть, если отдыхающих в Турции россиян 30 тысяч на время закрытия Турции оказалось, а транзитников оказалось там около 80 тысяч. Люди не знают, что делать, как им... Ну, то есть, Стамбул они назад возвращаются как бы с каких-то стран, да, а дальше не знают, что делать и как им лететь в Россию и что делать. Смотрю, истерически многие там пишут, как в Турции опасно, как там, ну, то есть, ну, нагнетают. Ну, понятно, что люди заряжены телевизором, хотя, ну, у кого мозги есть, тот давно телевизор не смотрит, понятное дело, много лет. А если смотрит, только фильмы, допустим, хотя фильмы тоже зачем смотреть их по телевизору. Я уже забыл, когда телевизор смотрел, может, 8 лет назад. Вот, ну, россияне, видимо, смотрят многие, и заряжены они этой всей пропагандой антитурецкой. Не знаю.
Мне кажется, даже глядя на мои видео, даже если этой темы не касаюсь, глядя на мои видео, можно увидеть, что все здесь хорошо, спокойно и безопасно. Если вы себя бережете, то здесь безопасно. Космур, подтверди, скажи, у нас все класс, да? И Sun Prime Силонж, они пирс не спешат собирать почему-то. Пирс не спешат собирать, но люди есть у них отдыхающие на лежачках. Есть немного, но есть. Ну, возможно, в самом отеле сейчас людей немного просто. Отель Луна точно работает, люди есть на балконах. Сан-Франциско. Вы знаете, не знаю, точно не могу сказать Сан-Франциско. Не поймешь так по виду, возможно, что нет. Ну и Сортаж нет, конечно. Хочется куда-то, где-то хоть зайти, конечно, в море. Попробовать водичку. А здесь можно ноги помыть возле Сортаж. Зайти здесь, что ли, к морю. И там. Это оранжевый пляжик вчера показывал, как они садят семена травки какой-то здесь. Я еще это видео не выставил, наверное. Ну, в смысле, уже, наверное, выставила. На данный момент не выставил. Котик там ходит. Москва поехала. Ну, тут они засадили все. Или травкой, или цветочками. Вчера я их тут снимал, дал им свою визитку даже. Красивая кафешка. Мэрия. А там таки что-то вот написано. Я думал, что это буквы поставили какой-то, знаете, свадебной церемонии, может встречать людей. А похоже, что... Похоже, что это какой-то то ли отель поставил. Сейчас почитаем. Сортаж, друзья, Сортаж. Да, Сан-Франциско, скорее всего, не работает, потому что в каких-то странных позах там стоят стулья на балконах. А может и работает, ничего не могу сказать. Сейчас вот здесь я выйду к морю, там вон люди купаются. Потом помоем ножки в этой колоночке. И буквы заодно рассмотрим. Мэри, ми. Мэри, ми, это... О, господи, боже мой, английский, конечно, уникален. Ну... Типа, поздравь меня, или как это привести, Мэри Ми, вот это вот, я что-то не вдуплюсь. Поздравь меня, босс, или, ну что-то, ну кто английский знает, вы, конечно, смеетесь сейчас, но вы это все уже перевели, Мэри Ми, потом босс, и сердечко. Я думал, что это чисто вот реально для какой-то свадебной фотосессии, но походу нет. Видите, оно здесь стоит уже несколько дней, оно, получается, остается здесь. Интересно, конечно. Не может же за несколько дней это быть выставлено для какой-то свадебной пары, допустим. Потому что она стоит здесь уже 2 или 3 дня. Хотя все может быть. Но с отелем оно как-то вряд ли связано, что мне кажется. Интересно, конечно. И там есть подушечки мягкие. То есть место такое царское какое-то. Там какие-то вон или фаера, или хлопушки. То ли реально они это все подготовили. То есть вот тут место подготовлено для 2 человек. 2 тарелочки, подушечки. Они здесь будут. А когда я их увидел первый раз? Вчера, что ли? Или позавчера? Ну, реально они не первый день здесь, поэтому сложно сказать, что это значит. Может, кафешка будет вот это открываться, и может, это они... Ну, хотя нет, все видно, рассчитано на 2 человек, а вот. Что-то здесь написано. Вверху имена, внизу дата 16 апреля, сегодня какое у нас число. Сенисе в Яру. Сегодня 16, да, это сегодня их будут ждать, значит, они просто вчера начали буквы эти устанавливать. Короче, вечером здесь будет романтический ужин у кого-то. Вот буковки. Мы сейчас посмотрим, как люди купаются. Попробую в воду зайду ногами. Сниму вам сейчас коротенькое видео о погоде, наверное. Поэтому я с вами сейчас прощаюсь, друзья, с вас лайки.
тут вода сейчас будет точно 19. Сейчас я в этом разбежусь и убежусь. Но не 20, сразу говорю, не 20 вода. 19, я думаю, есть, да. Купаются местные причем. Все, спасибо за лайки пока всем. Это у нас Алания, пятница. Из 7 часов вечера у нас сегодня, к сожалению, комендантский час. До утра понедельник, конечно.